Озвучено и переведено проектом Anistar.ru. Текст читал Шокер. Доброе утро! О, президент! Доброе утро! Утречка. Это первый президент студсовета частной школы Сейфу, Юи Вакана. Президент! Президент! Она настоящий пример для всех, ведь Юи — воплощение идеала умной и красивой девушки, которая хороша во всем, за что только не возьмется. Элегантные, красивые, у нее даже трусики. Попалась. Простите за столь неловкую позу. Бог мой! Она просто космос! Ура! Бро! Денек просто ужас. Однажды президент студсовета Уи Вакана пришла ко мне домой, сказав, что теперь она моя жена. Наши родители заставили нас жить вместе, но побольше об этом пока никто не знает. Ну, кроме пары-тройки людей. Единственное, что меня сейчас беспокоит, это как она любит меня унижать. Вот капец. Перевод Дэнни. Озвучено проектом Anistar.ru. Я дома. С возвращением. Надеюсь, день у тебя прошел хорошо. Сегодня утром ты выглядел немного иначе. Гольфы? Ну, вполне неплохо. Изуми? Да. Я пойду к себе, буду делать домашку. Сегодня ее тело теплее обычного. Может, она сегодня без лифчика? Изуми? Я стараюсь быть женой, которой бы хотел уделять больше внимания. Можешь побыть со мной хоть 5 минут? Ну, если только 5. Что она задумала? Знаешь, прости. Чего бы ты хотел? Ты уже мокренькая, как же я возбудилась, малыш. Какой идиот посоветовал тебе говорить такое? Карен. Уи, домой идешь? Как поднять настроение своего партнера? Может, подарить ему что-нибудь? Есть у меня тут одна полезная вещица. Спасибо. Ну так, короче, этот вопрос был в школьной коробочке для предложений. Так ты не о себе! В таком случае лучший вариант — раздеться по пояс и показать свои прелести. Но для такого нужно немало смелости. Если это для Уи, то мне плевать. Блин. Карен, а еще есть идеи? Возможно, сработает это. Сделай ему приятно ножками в этих гольфах, и он твой. Сказала она. Я так и знал. Карен сказала, что тебе точно такое понравится. Итак, у тебя еще 3 минуты. Правда? Только не так интенсивно, а то я не выдержу. Вот черт! Под таким углом да с таким личиком она меня Прекрати! Хватит! Мне нужно домашку делать! Ванная свободна. Позже скажу. Эй, Изуми. Я же сказал, позже... Чё? Черт, не могу сосредоточиться. Пойду приму ванну. А тебе к тому времени лучше уже здесь не быть. Поняла? Ага. Сегодня он уделил мне больше внимания, чем обычно. Нет, этого недостаточно. Нужно куда больше. Это аромат Изуми.
Да. Это багровальце пахнет изуми. Такое чувство, будто он сам меня обнимает. Изуми. Изуми. Я хочу... Изуми. Да. Ты когда вошел? В самый разгар твоей клоунады. Прости, я... спокойной ночи. Это из-за тебя, Изуми. Ты сегодня мне уделял недостаточно внимания. Эй, Рин, я пришла. Это еще кто? А, ты здесь, Изуми? Ты чего забыл у меня дома? Сенсей, ваша квартира следующая. Капец. Блин, сестренка, опять ты надралась стельку. Мисуми! Я решила сегодня ночью прогуляться и зайти к тебе. Так ты живешь вместе с президентом студсовета? Я не расскажу Рин или кому-то в школе, но с тебя прочитается. Блин, сестренка, тебе одни проблемы. Перевод Дэнни. Озвучено проектом Anistar.ru. Bye.